За моей спиной КПП 23-й бригады, той самой, где служил Марат Тузбаков. Он провел в армии 4 месяца и с первых дней жаловался на недомогание. Изначально в части солдату поставили диагноз «вывих плеча». В конце марта рядовому стало хуже. Заболел плечевой сустав, начала атрофироваться правая рука. Марата госпитализировали. Рабочий диагноз военных врачей растянулся на треть страницы. Почему лечение не помогало, нашей съемочной группе пояснить отказались. Вы сейчас мешаете, если не слышу. Вы отойдите в эту штуку. Кому мешаете? Да не надо мне сейчас это... 13 апреля в тяжелом состоянии Марата перевели в главный военный госпиталь в Москву. Там выяснилось, солдат болен раком кости. При опросе в ходе лечения в Самарском госпитале Марат Тузбаков отметил, что боли в руке он отмечал в течение примерно 2 лет, но значения им не придавал. К сожалению, медицинская комиссия, которая работает по обследованию призывников, не располагает базы для выявления онкологических заболеваний. Прокуроры начали проверку. Каких-либо нарушений со стороны медицинских работников не установлено. Вот, в общем-то, тут вопрос больше связан с законностью призыва его на военную службу военным комиссариатом Тюменской области. Он призывался в Тюменской области. Сейчас состояние Марата стабильное. Впереди у молодого человека курс химиотерапии. Военным прокурорам Тюменского гарнизона еще предстоит дать правовую оценку работе призывной комиссии.